Красота спасет мир, уверены организаторы выставки, как и 3000 человек, которые пришли сюда в день открытия. Среди популярных направлений этого сезона особое место занимает перманентный макияж. У нас клиенты радуются, они красивые, они приятно им видеть себя в зеркало по утрам. То есть это не замена косметики, это просто создано для того, чтобы женщинам быть уверенным в себе и выглядеть красиво. Все новинки индустрии красоты в одном месте – маникюр, мейкап, спа-технологии. Чудеса преображения можно испытать на себе. В зале специалисты, которые нон-стоп все дни выставки проводят обучающие семинары, мастер-классы, конференции, чемпионаты для всей индустрии красоты – это серьезные профессиональные события. Очень отрадно, что данную выставку посещают не только жители нашего города, профессионалы нашего города, но и, в общем-то, жители других городов. Участие в выставке принимают десятки компаний из 15 регионов России и не только. В этом году среди участников и гости из Казахстана. Выставка продлится 4 дня в Экспо Волге. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.